Ну, давай коснемся того, почему он Гаспар. Он Гаспар, потому что... Интересная история, потому что мы очень любим Францию. И непосредственно в Париже мы, можно сказать, перестали быть просто друзьями. Слушай, но Гаспар Грачев, ты говоришь, ты не хотел бы, чтобы у него были какие-то, чтобы он привлекал к себе внимание, особенно тем, что он связывается там с папой, который, значит, исполняет роль Путина, но Гаспар Грачев точно привлекает к себе внимание. Да, Гаспар Дмитриевич Грачев, ну, странноватое сочетание. Или норм? Нет, классное. Классное. Я хотел просто, хочу, чтобы не было привязки именно ко мне, вот к моему образу, который я позиционирую, потому что ну ладно, я уже к нему привязан, но я не хочу, чтобы... Несешь этот крест. Да, но я не хочу, чтобы эта тень... Легла на него. Да, легла на него, чтобы у него была своя все-таки, да.